Я правда, к сожалению, многих не знаю в лицо. Я их узнаю по глазам. Эти средства индивидуальной защиты абсолютно обезобразили восприятие. Ты определяешь человека либо по большому бейджу на груди, либо, что чаще, по глазам. По ним же начинаешь потом узнавать их и в зеленой зоне. Красная зона – это карантинная зона. Там, где ты одеваешь, носишь СИЗы защитные, которые тебе неудобно, некомфортно, которые тебе давят. К нам начали привозить пациентов, они боялись нас. Мы не сразу даже поняли, что они нас боятся. Привезли девушку молодую с аэропорта, и она плакала. Плакала без остановки. Я присел к ней на кровать и сказал: «Ты нас боишься?» «Да». Говорю: «Мы такие же люди, как и ты. Мы тоже, говорю, боимся». Летом было вообще нереально. Летом просто нереально, потому что вот мы вот так вот как бы опускали руку, вот текла вода. Настолько вот очень было жарко. Для меня жизнь разделилась на до и после, как бы громко это ни звучало. Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, что вот ты идеальная медсестра. Я бы такой никогда не стала. Это практически моя вторая семья, если честно.